Приветствую вас. Значит, это только то, что мужчина интересуется тем, почему вы ему не сказали об этом раньше, почему вы ему, возможно, не доверяли, почему вы ему, возможно, не доверялись до конца, вот. И, соответственно, почему вы от него скрывали это. То есть, не нужно искать за тем, что мужчина вам сказал, не нужно искать каких-то, знаете, скрытых мотивов. Потому что, скорее всего, если мужчина, вот как он говорит, что чувствовал, что вы любите его, да, если он, несмотря на это, все равно остался со своей женой, да, то есть не развелся с ней, то вряд ли он от нее уйдет. Вряд ли он с ней расстанется. Вряд ли он будет, ну, что-либо менять. Поэтому здесь я полагаю, что даже если его чувства и взаимные к вам, даже если они взаимны, то по большому счету это мало что значит, потому что он не готов что-либо менять мужчинам. И если он не готов что-либо менять, значит, скорее всего, все останется так, как вот есть сейчас. То есть он вам отвел такую роль, ну, может быть, любовницы, да, в своей жизни. И, соответственно, если он отвел вам такую роль, то вряд ли что-либо может здесь измениться, вряд ли что-либо может здесь поменяться. И, как правило, люди, они не меняют своих поведенческих моделей. То есть, знаете, либо сразу мужчина изменил бы что-либо, либо вообще ничего менять человек не будет. Вот. И я понимаю, что это не очень приятно, я понимаю, что это тяжело сознавать вам, вот. Но постарайтесь понять, что какие бы чувства у него бы не были взаимными, да, по отношению к вам, да, даже если
Даже если у него взаимные чувства, то для вас это мало что значит. Другой момент заключается в том, почему вы встречаетесь с женатым мужчиной. Почему вы как бы позволяете себе встречаться с женатым мужчиной? Почему вы делаете это? Зачем вы это делаете? Вот. То есть, какую цель, скажем так, вы следуете здесь? И понимаете ли вы, что это довольно деструктивная модель поведения для вас? Потому что женатый мужчина, да, он не даст вам надежности, не даст вам какой-то, ну, не даст вам того, что вам необходимо. Вот. И встречаясь с ним, вы обрекаете себя на, ну, по сути дела, да, вы обрекаете себя на фрустрацию, на постоянную фрустрацию из-за того, значит, что постоянно не будете получать того, чего хотите. Вот. И вот вопрос в том, какая цена этого? То есть, какую цену вы за это платите? Стоит ли оно того? Понимаете? Поэтому здесь, я думаю, решать, конечно, только вам. Здесь, я думаю, выбирать тоже только вам. Но если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было хорошо, то я полагаю, что, ну, вот, нужно отказаться от этой идеи сейчас с женатой мужчиной, вот, и постараться увидеть то, ради чего вы это, собственно, делаете, постараться увидеть то, что вам, собственно говоря, движет. И на что вы, собственно говоря, рассчитываете в контексте, вот. Ну вот, например, у него взаимные чувства, да? На что вы рассчитываете? Вот у него взаимные чувства, и что дальше будет? Каким вы видите будущее ваше с этим мужчиной, например? А свое будущее?
Понимаете ли вы, что вот в данный момент вы в некоторой степени зависите от этого человека, потому что вы в нем нуждаетесь. И вопрос, который у меня к вам, он только такой. Чем обусловлено? Чем обусловлено то, что вы от него зависим? Настолько, что надеетесь, что, ну, у вас будет что-то общее, да, надеетесь, что между вами будет какое-то отношение. Вот. Но при этом, скорее всего, он никуда не уйдет от своей жены. Вот. То есть, соответственно, это нужно вот как следует обдумать, что заставляет вас снова и снова пребывать в этом состоянии, в состоянии не единственном. Вот. Как правило, в состоянии не единственной вы пребывать можете только по той причине, что ваша самооценка, она немного занижена. Вот. И, соответственно, если это так, то самооценку нужно будет вам повышать и, соответственно, уже формировать и свои потребности более открыто, более четко. И, соответственно, образ мужчины, который должен быть рядом с вами, тоже нужно формировать. Потому что женатый мужчина, я уверен, это не то, чего бы вы хотели. Вот. Ну и, собственно, какие цели вы преследуете, находясь вот с ним в таких отношениях. На этом все. Я думаю, потому что ваш вопрос, он такой довольно небольшой. И, соответственно, информации о себе вы практически не даете никакой. Вот, поэтому я думаю, что если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку либо мне, либо любому понравившемуся вам эксперту, вот, и уже прорабатывать то, как вы оказались вот в этом положении, в положении не единственной женщины для своего мужчины. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.